Всем приветики! С вами канал Артмания. Я здесь. Так, вы сейчас находитесь на моем рабочем столе. Он сейчас у меня выглядит вот так вот. Тут вот куча-куча всего. И мы с вами сегодня посмотрим вот такой вот клеевой пистолетик. Решил я обзор сделать. Плохо видно? А, нет, вот так видно. Решила сделать обзор здесь, на своем рабочем столе, потому что мне надо заклеить. Мне надо вот тюбик заклеить, вот тут заклеить. Что еще? Еще что-то было. А, да, еще там что-то. Вот. И поэтому мы находимся здесь. Будем его смотреть. Так, давайте я вам покажу, что он склеивает. То есть он склеивает очень много всего. Купила я его в Метиде. Метида, по-моему, называется магазин книжный. Вот его цена, но была еще и скидка. Уже 2 недели прошло. У меня никак не было времени им заняться. И вот, наконец-то, решила заняться разными делами и заодно посмотреть его. Там целых 2 вон сразу пистолетик этих. Вот, короче, он широкий. Здесь 11 миллиметров диаметр. Хотя, не знаю, что-то мне кажется, нужно было все-таки взять поменьше пистолетик. Не знаю, зачем взяла большой. То есть, соответственно, маленькие клеевые вот эти, они туда не залезут. Ну, вернее, залезут, ну, что-то там. Ну, короче, не знаю. Не знаю, первый раз у меня такая штука. Так. Все было интересно, что же это такое. Такие вот обычные штучки, кстати, такие прикольные они. 2 маленькие. Ну, как одна большая, может быть. Так, сам пистолетик. Так, ну, конечно, инструкции никакой нет. Я все-таки надеялась, что... А, вообще-то нет, чуть-чуть есть вот тут инструкция. Мне казалось, что там будет бумажечка, и там будет все расписано в этой бумажечке. Ладно. Так, сам пистолетик. Такой. А, ну вот она нажимается, он ее... Вот видите? Она ее дальше заталкивает, что ли, проталкивает. Там, кстати, видно, как такой некий туннельчик, вот видно. И там нагревается, нагревательный элемент, наверное. Сказали, что он работает. Да, кстати, у него нету за такие деньги. Я видела такую же цену. У него была еще отдельная кнопка включения и выключения. Здесь только розетка одна. Вилка, вернее. Честно говоря, это была не спонтанная покупка, неожиданная. Обычно я, конечно, все продумываю заранее, где купить, как купить. Сначала написано, сначала надо ставить клеевой стержень. Там грязноватенько так. Заклеивать я хочу такую вот штучку. Димочка у меня играл. И вот ее осломилась она, сломала. Ее починить. Вообще работает. Вроде тепленький. Вот бы там сделали какой-то, знаете, индикатор, что ли. Что кнопочка загорелась. А, пошел запах, точно. Все, пошел запах, я чувствую. Ладно. Прошло 6 минут. Так, все их пока убираем. О, все снялись. Самое главное, не перепутать дырочку. Такой у меня стол. Да, кстати, я тут уже собрала, вот с этих решила собрать все свечки вот сюда. Решила, что, ну, не знаю, захотелось мне собрать. Собрала вот эти вот штучки, на которых вот держался фитилечек. Не знаю, ну, захотелось мне так. Первый раз такое делаю. Так, ну, что он там? Еще рано, что ли? Еще рано. Что-то долго. 6-8 минут, это очень долго. Вот, также хочу заклеить вот тут тюбик. Это, то есть, вот он тюбик от зубной пасты. Ну, такая дорожная зубная паста. Хочу дать ее Диме на эту игру-магазин. Когда мы играем, ну,
прикольный тюбик такой, чтобы он туда ничего не сувал, не потерял вот эту вот крышечку. Я хочу его заклеить туда. Положу, наверное, клей и просто закрою, и все. Вот. Промыла его, сегодня помыла. Такой он прям зубной пастой пахнет. Ее хочу заклеить. И мне еще там надо заклеить. Видео, видимо, получится очень длинным. Нужно заклеить такую вот штучку. Это из фикс-прайса игра, которую Дима сломал. Я ее уже чинила. Не знаю, как я буду заклеивать, правда. Может быть, вот тут вот. Здесь тут совпадениями. Как-нибудь. Как-нибудь. Наверное, как-нибудь вот тут вот, вот по краям. И вот здесь. Чтобы она хотя бы не распадалась, чтобы можно было играть дальше. Уже прямо тут он раскаленный. Как она в пластмассу тут не плавится, непонятно. Блин, потекло. Потекло. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот оно в чем дело. Все, короче, еле успела, она так вот взяла, видите, вылезла просто неожиданно, вот. Все-таки надо туда длинную. Еле успела, сохнет он, оказывается, очень-очень быстро, тут у меня не успела залезть. Остались нити такие всякие после него. Ой, длинненький такой, ниточки. Так, что дальше? Тюбик клеим. Ай, с него еще стекает, представляете? Капец. Приклеила, короче, плохо. Надо работать в перчатках, потому что получилось очень все криво, все. Первый раз мой получился, я не знаю, что-то ужасное, это правда. С него вон подтекает, с него что-то течет. Короче, жуть. Хорошо, что я заранее подстелила себе сюда досточку и работала на досточке. Это очень хорошо. Вот. Но, тем не менее, кстати, заклеилась. Мне понравилось очень, что, как заклеился вот этот. При том, что она прозрачная и вообще не видно. Налилось оно там, не налилось. То есть, ну, так вот. Кстати, горячая еще пока. Здесь уже... Литься перестала, она, видимо, перестает литься, начинает остывать, и там остается один стержень, то есть я засунула, его нужно до конца продвигать, то есть, ну, два маленьких, видимо, сделали для того, чтобы они поместились, но лучше всего один большой, то есть он туда долазит, заканчивается, вы вставляете новый, и, видимо, по всей видимости, он там остается. Ну, слава богу, он работает, но мне не нравится то, что с него текет. Не знаю, напишите в комментариях, там с него так должно течь или нет, или это у меня... Наверное, да, мне кажется, должно. Такой он горячий пластик, прям чувствуется запах пластика. Надо было, кстати, вот это вот подстелить, наверное. Она сюда тогда стекала. Вот. Теперь он будет остывать у меня тут. Где-нибудь, а я буду дальше телами заниматься. Вот такой у нас с вами был обзор. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока.